настроилась на волну, и каждый твой вдох имеет значение опять. И в сумраке ночи я вижу голубизну, и вновь начинаю жизнь свою рифмовать. А я прорастаю нежностью, в слове люблю, и словно Господь начинаю ходить по воде, ведь ты не какой-то десерт среди прочих блюд. Я вдруг понимаю, что точка счастья в тебе. А ты начинаешь вновь меня приручать, но кто приручает, не ведает даже Бог. И хочется мне от радости в небо кричать, что Он тебя мне такую родную сберег. Между нами только свечи, кто виновен в нашей встрече, то ли ты, а то ли я. Между нами только вздох, между нами лишь мгновенье, кто судья, только Бог. В этом головокружение это ты. За окошком ночи ветер, кто забыл про все на свете, то ли ты, а то ли я. Что хуланом, что молва, когда все опять сначала, что мирские тут слова, когда ночь нас повенчала. Значит, что однажды проживем с тобою дважды наши жизни, ты и я. Пусть останутся глухи люди к этой нашей песне, опускает Бог грехи, когда мы с тобою вместе. Виновен в нашей встрече, между нами только свечи. Это ты, а это я. Между нами только стол, между нами лишь мгновенье. Кто судья нам, только Бог, в этом нашем откровении. Все получилось немножко хаотично сегодня, знаете, я чуть-чуть о своих каких-то эмоциях. Мы когда зашли в этот зал, первоначально, с полчаса до начала концерта, то есть было облако дыма, мы практически, вся команда у нас не курит, не пьет, мы, да, плохо переносит дым, великому сожалению, я еще пляшу. Возможно. Не всегда удается приносить такие атмосферы. И немножко, как бы, те слова, которые я должен был сказать вначале, то есть я вас не познакомил. Наш проект называется «Розмова Сентес», который первоначально был организован 2 года назад в городе Умани, когда я встретил вот замечательного моего вокалиста, девушку Алену. Да. И родился дуэт, который называется «Розмова Сентес». После этого... Да, мы вам все дадим, да. И просто по мере развития какого-то, знаете, вот мы привыкли просто свои концерты строить немножко другой концепции, чем обычные исполнители. Мы стараемся спеть как можно больше песен. Из-за этого каждый наш концерт проходит практически без объявления там, ну, понимаете, да? То есть мы стараемся меньше говорить и больше петь, да, больше петь или больше читать стихи. Поэтому
И новые зрители, они не всегда воспринимают эту форму, им хочется там узнать чья песня и так далее. А мы стараемся, знаете, вот для нас песни — это друзья. И мы стараемся вас познакомить с нашими друзьями, надеемся, что они станут вашими. А некоторые старые друзья, которых вы сегодня с удовольствием, с радостью встретили и подпевали вместе с нами. Поэтому это, как, знаете, как ключик к сердцам. То есть мы всегда говорим перед началом, что «Розмова сердец», мы хотим разговаривать со своими сердцами, с вашими сердцами. Мы хотим, чтобы вы пришли и открыли свои сердца в ответ на вот наши вот эти такие вот желания. Мы больше даем, знаете, мы дарим. Нас таким немножко ошеломило, потому что в провинции этого не так явно видно. А здесь, знаете, вот в метро, там, на каждом столбу, на каждой стене мы продаем, там, нам предлагают купить, у нас купить. Мы не продаем, мы даем вам. Мы дарим вам свою любовь, да, мы дарим вам то, что мы открыли для себя, какие-то новые прекрасные вещи. Мы придем на следующий ваш концерт. Спасибо большое. Хорошо, обязательно. Мы меняемся контактами. Сделаем все возможное, чтобы было немножко в другом помещении. Вот с этого вам были бы благодарны. Это мы вам поможем. Да, на самом деле, просто, вы знаете, вот, в любом случае, Господь делает так, как должно случиться. Вот, вы пришли сегодня, знаете, вот. Пришло сегодня 5 зрителей, и все они мои. Вот пришла еще один зритель, который тоже у манчанка, вот она сидит, еще за этим столиком. То есть у манчани право, я мысленно аплодирую вам, низко кланяюсь, большое спасибо. Да, потому мы не будем сейчас, знаете, заморачиваться, объяснять, кто автор какой-то песни, да. Если вам будет интересно, мы это все расскажем, но мы сейчас просто попоем. Большое спасибо для вас, именно для вас.
Ночью, ага.